конце марта 2021 года компания Chery объявила о начале российских продаж нового 7-местного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro. Автомобиль доступен в комплектации Prestige в дополнении с пакетами оснащения Speedline и Dreamline. Tiggo 8 Pro в версии Prestige оснащается 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 170 лошадиных сил и вариатором. Кроссовер неплохо оснащен, 18-дюймовые диски, светодиодный свет, включая и ходовые огни, и фары, и задние фонари. Система кругового обзора с камерами высокой четкости, 6 подушек безопасности, полный зимний пакет, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, бесключевой доступ и, соответственно, запуск двигателя кнопкой. Электрический стояночный тормоз функции Auto Hold, дистанционный запуск двигателя, круиз-контроль, цифровая панель приборов, мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем. Рекомендованная цена Chery Tiggo 8 Pro в комплектации Prestige составляет 1 миллион 990 тысяч 900 рублей. Пакеты Speedline и Dreamline добавляют турбированный двигатель рабочим объемом 1,6 литра и 7-ступенчатую роботизированную коробку со сцеплением мокрого типа. Двигатель развивает 186 лошадиных сил и разгоняет Chery Tiggo 8 Pro до 100 км в час меньше, чем за 9 секунд. Гарантия производителя на кроссовер с двигателем 1,6 составляет 7 лет или 200 тысяч км пробега. Пакет Speedline добавляет стильный интерьер, противотуманные фары, беспроводную зарядку, цифровую приборную панель с диагональю 12,3 дюйма, такой же размер экрана системы мультимедиа. Пакет Speedline добавляет 200 тысяч рублей к стоимости версии Prestige. Пакет Dreamline добавляет еще и эксклюзивную отделку, панорамную крышу с люком и шторкой, подсветку, встроенную в зеркала, память положения водительского кресла, обзор 360 градусов с камерами высокой четкости, мониторинг слепых зон, а климат управляется с помощью отдельного тачскрина. 8 динамиков и система стоп-старт добавляет цене престижа 350 тысяч рублей.